Вот и сам мост в пещерный город. О-хо-хо. Да. Просто красота. Вот и древняя церковь впереди. Вот само ущелье. Боже мой. Какая же здесь высота, просто не выглядит. С высоты моста. Город пустует уже несколько веков.
тоже пещеры. И сверху как раз отверстие для света. Постройка, очевидно. Интересно было бы, конечно, поговорить с теми, кто здесь жил. Фасад каменный, а внутри пещера. Сама церковь впереди. Снова пещера. И даже для, видимо, запекали что-то, еду готовили. Отверстия есть. Сказка. Здесь две дороги, одна так, другая так. Здесь проще спуститься. Thank you.
источник. Так, и сама церковь. Вот она. О, БЧБ знамена даже здесь. Живе Беларусь. Вот. Здесь телефон не передает свет, но это ярко-красный. Вот. Так что скоро Беларусь будет свободна. И церковь как средневековый замок просто. Сказка. Она даже еще работает. О мой бог. Вот это да. Я-то думал, она уже заброшенная. Сказка, просто сказка. И вот уже солнышко начинает понемножку заходить. Бог ты мой, ей реально 1000 лет. Туда, конечно, умели строить. Вот здесь, конечно, уже реставрация видна, но все равно видно, что сделано крайне качественно.